18 октября Уфа примет участников российского энергетического форума. Его будут сопровождать две выставки – «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение электротехника Кабель». В них примут участие более 150 компаний из России и других стран мира. Деловая программа включает в себя 25 мероприятий на различную тематику – импортозамещение в энергетике, зеленая энергетика, энергоменеджмент, инновации, кабельная промышленность, аудит и подготовка кадров. Мы очень долгое время работали, опираясь на старые кадры. Вот, к сожалению, старые кадры начинают уходить на пенсию, выбывать из наших рядов. И вот эта проблематика, она острее и острее становится на сегодняшний момент. Еще, конечно, учитывая появление новых технологий, информационных технологий, которые дают наибольшую эффективность энергетической отрасли. В этом году мы планируем целый день уделить вопросам молодежи. В работе форума примут участие министр энергетики России Александр Новак, руководство профильных министерств регионов страны, представители Сколково, ведущих предприятий в отрасли, а также университетов. Это один из проектов, который мы сейчас рассматриваем. Это создание автономных систем обеспечения энергии нашего комплекса. Я надеюсь, что вот на этом форуме мы сумеем обсудить и юридические вопросы частно-государственного партнерства. Можно найти и инвесторов на этот проект.